Большая премьера на RTVI. Здравствуйте все! В эфире Питер ФМ. Я хотел передать сообщение для девушки Маши в красной куртке, которая потеряла свой мобильный телефон. Скажите, а мой телефон в хороших руках? Да, Маша, вам повезло. Все просто получается, мир маят не качается, а свет переключается на звук. Он и она могли бы никогда не встретиться. Две жизни до сближения и до изнеможения, скрыв местоположение от всех. Если бы не случайность. Незримые за полосой помех. Вне зоны доступа мы не опознаны. Вне зоны доступа мы дышим воздухом. Ну, кому-то будет ясно, кому-то... Питер ФМ. Это не радио. Это кино. 22 ноября в 9 вечера на RTVI. Оставайтесь на нашей волне.